Знакомьтесь. Бронированная колесная машина «Орлан» является одной из лучших в мире в своем классе по ряду показателей. Именно эти автомобили отечественного производства уже в следующем году поступят в вооруженные силы Казахстана. А первая машина сойдет с конвейера уже в январе. В планах предприятия поставка не только в оборонное ведомство республики, но и зарубежным заказчикам. Чем отечественные бронемашины выгодно отличаются от зарубежных аналогов, знает Дамир Галиев. Это уникальное в Центральной Азии производство. Военную технику последнего поколения будет выпускать совместное предприятие Казахстана и Южной Африки. Ежегодно с конвейера нового завода по производству бронированных колесных машин будут сходить 120 единиц армейской спецтехники. Толщина двухслойной брони кузова машины 16 мм, стекла 10. Машина способна выдержать взрыв противотанковой мины мощностью до 14 кг в тротиловом эквиваленте. И по этим показателям казахстанская бронированная машина «Орлан» не имеет себе равных в мире. Отдельно стоит сказать о колесах бронированной машины. Благодаря специальной уникальной технологии производства, каждая из них способна выдержать до 70 автоматных пуль. Но даже после этого машина способна будет проехать еще больше 50 километров. Вес бронемашины «Орлан» 18 тонн, но при этом она развивает скорость до 120 км в час, обладает высокой проходимостью и современными приборами наблюдения и связи. А под капотом модифицированный двигатель КАМАЗа. Совместное сотрудничество наше с КАМАЗом предусматривает локализацию как товар таможенного союза, двигателей, мостов и различных других систем возможных применений. Подписан меморандум и уже отрабатывается техническая часть. Пока здесь осваивают три типа бронемашин, а уже в следующем году планируют выпускать еще одну спецтехнику «Барыс-8х8». Его возможности продемонстрируют на международной выставке вооружений «Кадекс-2016». На заводе набран из числа молодых специалистов, закончивших западные технологические вузы, конструкторский инженерный отдел, что является возможностью для развития потенциала данного завода, то есть разработок новых технологий, разработок новых машин. Новый завод планирует выпускать машины не только для казахстанской армии, но и для вооруженных сил 12 стран. Среди них Россия, Китай и государства Ближнего Востока. Впрочем, современной отечественной военной спецтехникой уже заинтересовалась Иордания. Речь идет о приобретении 50 бронемашин. Дамир Галиев, Серик Онарбаев. Итоги дня.